Вранглер. Вранглер проехал. Да не, ну теперь тебе его все время придется с собой брать. Да и на зеркала ставь. Да и машину нельзя продавать, он же, видишь, работает как. Да. Скажет, что я мыл стекло зря. Окна вон. Может, не будешь продавать? Забирается. Да, на первой, левым колесом, левым, давай вот на край. Да. Все, вот так едь потихоньку. Медленно, на первой мы едем? Да. Медленнее, давай, медленнее. Право руль. Что, там не едет? Нет. А назад попробуй. Так мы еще не приземлялись. Блин, раньше чуть-чуть надо было, ну ладно. Не-не, все, не копай. Не копай, перевернемся. Тут крен такой. Не копай. Во что уперлись? Вперед. А, смотри, влево руль до конца попробуй, влево до конца. Да, не выкрутишь. И назад, и влево до конца, может, тогда спрыгнем. Не-не-не, назад и влево до конца. Перекос такой жесткий, не едет. И смотри, теперь вправо до конца и вперед тогда. Не идет? Ну да, немного перекос есть, небольшой. Сейчас подтянут, не страшно. Вон Андрюха уже пришел. Фотограф пришел, сейчас спасет. Ты понял, почему мы медленно ехали? Потому что если быстро, мог быть экшен. Ну да, могло бы и направо, да? Ну бросить могли упасть сильно. И бросок через бедро был. Через бедро мог быть бросок, да. А так уклон. Как-то же, нет, куда-то сегодня... мы, видишь, уперлись, мы нормально ехали и что-то. Еще сегодня не были в таком положении. Нормально. Так, тут надо руль вправо, сейчас же. Вправо. Павло подтянул. Все, выровнялись. Нам прямо или за ним? Да давай за ним. Нива приехала. Тут мы ее оставляли. И опять она застряла. Есть тайный объезд. Если бы лебедка работала, вот тут есть срезка такая. Раз. И по прямой сразу выскакиваем мимо этой лужи и следующей. Опа. Ох ты, елки. Вообще. Для кадра. Да. Ставим лайки. Павло пошел, а ну что ж там такое? Проехал. Павло проехал. Нива. Ну да. Слышишь, оно? Так, Павло поехал. Не, давай назад подравняйся. Подравняйся. Не, посередине там нереально. Это сразу я тебе говорю, что даже нечего пробовать. Это вот назад влево, да, вот так, чтобы не в его, чуть-чуть сейчас. Как же нам? Нам вот, смотри, нам на остров надо, на Андрюху, вот как он стоит. Вот, в принципе, только левее к кустам сюда, понял? Вот так под острым углом зайти. Не, острее, вот так, да. Чуть назад и под кустами разгон и полетели. Вторую, наверное. Да. Крути рулем вправо. Все, пробуйте, равняй. Не долетели. Так, отец Павло едет нас спасать со всей бригадой штурманов. Спасет? Задним ходом. Не, уехал домой, наверное, смотри, или приедет. Не едет к нам.
Да, отец Павлов. Штурманов как-то меньше, да, у него стало? Рассосались. Убежала половина уже. Да. Так, Пашенька приехал. Наша надежда и опора, да? Хочется в лагерь, там еда есть. Мясо жарят там люди, да? Уже съели, наверное. Да, тоже хотите? Домой хочется. Домой хочется? Чу, елки-палки. А там что, жены тоже? Домой. А там кто-то есть, да, люди остались? Дома? Ну, не, в лагере. Ну, конечно, там да? Люди, мясо, там сейчас все, танцы сейчас будут, все. Так это там жены там оставлять, а... Не, и мужья тоже. Павло нас везет, вправо-вправо спрыгивай. Его. Блин, ну устойчивая машина. И устойчивая? Устойчивая, нормально. Она не очень высокая, и благодаря этому мы... Там вот вправо надо, ты же едешь, да, да. Заведен, да? Да. Тут вправо резче, резче вправо, давай резче, да, чтобы не перевернуться. Резче вправо, да. Отлично. Так. Все, Павло нас на большую землю доставил. Заключительная яма жесткая. Мы с утра в ней сидели. Павло нормально спас. Нива завелась, тоже она тут с нами. Что, давай в лагерь, пока Павло здесь со штурманами, там реально мясо нам больше достанется. О, говорит, тоже поехали, давай. Давай быстрее, рви быстрее, потому что сейчас, ну конечно, целый кузов вылезет. Быстрее обгоняй, подрезай справа. Что? Давай режь справа, блин, режь, потому что этот на Ниве, он ест много, елки, блин. Давай. Режь. А, не резанул. Начинающие такие скромные джиперы. Там у нас Витя есть, он тоже начинающий. 5 раз в оффроуде уже был. Но очень жесткий. Посмотрите на канале с Витей. На той неделе мы с ним катались. На этой он занят. Вчера мы делали до 10:30 машину. О, там в 5 часов премьера, кстати. Сколько время? Пол седьмого. Премьера закончилась уже. Премьера чего? Премьера ролика. Как мы готовили вчера до 10:30 Витин УАЗ. Ну, УАЗ сегодня? Ну да, вчера. Но не подготовили. Там, не, ну, на такие, ну, почти не, подготовили. Наверное, не надо больше. Так а что по УАЗику когда будет? Через сколько примерно? Видео? Да. Ну завтра. Завтра уже будет на канале? Ну конечно. И сегодня может что-то сейчас посмотрим. Так все быстро уже, да? Ты видишь, я же тебе говорил, рви когти вперед. Смотри, все. Теперь... Банда бородача сейчас все съест, блин. Он в отрыве, Нива нас держит. Видишь, они знают, что я здесь. Ты понял план какой был? Не, поехали. Ошибся я, ошибся. Показалось. Да нет, тут оно такое проходное. Ну бывает непроходное даже тут, кстати. Ты видишь, какой жесткий, да ты ему напугал его. Да едь спокойнее, тут не это. Ёлки-палки. В конце потеря позвоночника. Да. Хорошее место вот тут слева, смотри. Приехали. Хорошо, машина. Какая? Где ваша машина? Белая? Белая. Блин, у меня черная. У меня черная. Да, такая белая, как моя. Ура! Белая, как кроссовка. Фух, вот он и лагерь, блин. Концовка была жесткая, да? Давай, слышь, Не, едь, объезжай возле белой машины, едь спокойно. Готовочку давай сам так сделай. Не надо. Так объезжай вокруг белой и станешь с этой горки. Вокруг белой, справа, да. Белая. А вот у вас этот сломался, говорили, черный. А, за первой, да? Шо, тормози. Так, белую там не зацепим, кроссовки. Да, не, ну. Ну все, передавай. Ты как-то приедем. Задом вообще самая опасная езда, особенно на таких машинах, да. Да, и возле белой машины. Вообще. Так, ну что, все. Катнули нормально. Саня, тебе понравилось, да? Да. Когда тебя ждать? Где-то через 2 года, я понял. Не раньше, да? Ну,
Через два, два с половиной. Егор, спасибо. Понравилось тебе или нет? Подписывайся, скажи, что подписывались на канал. На наш канал, на его канал. Всем пока. Меня запечатлить грязно. Да нет, да деду ты почти не испачкался. Это разве грязно? Если бы ты упал в болото, как я когда-то, год назад. Ну там посмотрите, все записано. Кольщик, наколи мне клапана. Рядом два котла и поршни с кольцами, чтоб играли там распредвала. Переливами, а не перезвонцами, наколи мне пламенный мотор. Пусть четыре такта будут сердцу в такт, чтобы не было ни жезла, ни гвоздя. Выхлопа боялся, чтоб любой мудак, если кожи хватит, нарисуй. Стадо комаров, сосущих кровь мою, заведу мотор и вот вам. По дороге хрен меня догоните, и легло на душу, как сезон. Поскорей бы, вот мое желание. Ключ кали огромный разводной. Чтоб чинить коню недомогания. Не тормози меня, гаишник. Я ведь только тем и живу, что жду. Вот настанет весна, растает снег. Я выйду из гаража и прохвачу по улицам 160, а тут ты с палкой.